Я считаю, сейчас наше общество балансирует на грани между моралью и антиморальностью. Я общаюсь с детьми, ну, скажем так, до 20 до 22 лет. Довольно-таки замечательные ребята все, увлекаются хорошими делами, там, косплееры, музыканты, в кино снимаются. Ни у кого нет желания там пойти курить, пить, то есть как бы настроены на спорт, на занятия спортом. Многие есть, кто хотят вот именно, там есть ребята, которые хотят служить пойти. Если еще это поддержать все со стороны государства, я думаю, что ну, очень хорошее дело делает наш президент, и то, что запрещает там пропаганду гей-меньшинств. Да что ж такое?